Всем привет, продолжаем. Гуляем по городу Коломна. Вот есть там такой проект, музей, частный музей. Называется «Арт-коммуналка». Это обыкновенная, нормальная коммунальная квартира, которая, кстати, кто не знает, у нас в Питере было очень много, я сам жил когда-то. Вот. Просто обыкновенная коммунальная квартира. То есть, это квартира, где жило очень много людей. Вот с одной большой кухней, со множеством конфорок, на которых готовилась еда. И вот просто свезли туда различные предметы 60-х, которые действительно, вот я ходил, вспоминал, точно один в один так было раньше. Вот телевизор здесь какой-то, детская форма, старые шкафы, какая-то печатная машина, которую печатали. В туалете стоит проявитель, закрепитель. Вон, видите, какая штука для печатания развешанной фотографии. Так оно и было, действительно. Проект открылся в 2011 году. Всегда там много посетителей. Всем это интересно. Во всяком случае, мне было тоже интересно. Я с удовольствием прошелся, посмотрел. Вспомнил когда-то. Я жил в коммуналке, но она была небольшая. Вот, ну все. Вообще, конечно, время было очень интересное. Ну, вот, собственно говоря, и все. Такие вот дела интересные. Вот здесь кухня, видишь, там какие-то банки, склянки. Все вот, все один в один. Даже бутылка из доляра. Был такой портвейшок. Вот, пачки чая индийского. Стаканчики граненые. Баночки с вареньем и с оленями. Насадка на раковину, да, на кран. Мне это очень интересно, мне очень понравилось. Вот бутылочки, видишь? Очень мне понравилось, с удовольствием. Просто с удовольствием прошелся. Хороший там была экскурсовод девушка. Рассказывала все, как бы погружала атмосферу 60-х годов. Можете посмотреть фотографии. Да, там просто можно пройтись. Сначала с экскурсии. Входной билет стоит 150 рублей. Вот, а после этого дают возможность просто пройтись по комнатам, пофотографировать, что-то поснимать. Кому интересно, вот видишь приемник, девушка какая-то стоит там. Вот, точно так же висел в коридоре велосипед. Лыжи стояли. Видишь, вот там раскладушка. Грамоты с Лениным, да-да-да, я помню, у меня тоже было несколько. Стеллажи с книгами. Мне просто интересно, приятно вспомнить. Чеканка была очень популярна в свое время. Вот Трюмо, вот видишь, там вдали, которые висят фотографии артистов разных. Здорово. В общем, хочу сказать, что получите удовольствие, приезжайте в Коломну, но обязательно посмотрите. Сходите на выставку. Понравится. Пока-пока. До свидания. Рад, что смотрели.